Лучшим региональным партнером русской медиагруппы признана радио Монте-Карло Тверь. Наша станция обошла в номинации 14 крупных городов, среди которых Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток и Калининград. Подробнее в нашем материале. Радио Монте-Карло вошло в состав медиахолдинга «Тверской проспект» лишь в декабре. За этот неполный год Тверская радиостанция стала одним из лучших региональных проектов, обойдя в номинации те города, которые уже успели зарекомендовать себя как одни из передовых в радиовещании. Город Тверь был отмечен номинацией «Лучший партнер радио Монте-Карло». Радио Монте-Карло мы запустили в прошлом году, то есть в декабре месяце, в католическое Рождество, мы будем праздновать первый год рождения Монте-Карло в городе Тверь. За этот год Монте-Карло успело полюбиться тверской публике. Его слушают не только простые граждане, но и представители региональных властей. Данная радиостанция очень полюбилась аудитории. Были положительные отзывы и поступают положительные отзывы и от областной администрации, от городской администрации, от заксобрания, от делового общества, от бизнес-партнеров, потому что эта станция считается лакшери такой станцией. На протяжении многих лет радио Монте-Карло звучит для людей с отменным вкусом, чьи жизненные ориентиры пересекаются с принципами радиостанции «Нам достаточно самого лучшего». В эфире ежедневно лучшие зарубежные хиты последних десятилетий, танцевальные поп- и рок-композиции, лирические баллады, диско, музыка, проверенная временем и не одним поколением слушателей. На радиостанции звучит музыка мирового класса. Именно те хиты, именно те музыкальные произведения, которые проверены временем, вот даже в данный момент как раз звучит у нас Фрэнк Синатра, что, собственно, говорит о том, что именно этот музыкальный контент очень интересен тверской публике. Подобная награда не только признак хорошего старта тверского Монте-Карло, но и признание в том, что в будущем наше радио сможет добиться еще не одной такой победы и будет радовать своих слушателей долгие годы.